Буквально за 20 минут мы вместе с вами приготовили вот такую идеальную вкусную закуску под названием «Морская радость». Привет всем, вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители, подписчики моего канала, в сегодняшнем видео готовим самую вкусную закуску в мире. Морская радость. Такая закуска готовится за 10 минут, сметается в считанные секунды. Моя семья очень любит эту закуску, потому что в ней красная икра. Давайте начнем приготовление этой очень вкусной рождественской или новогодней закусочки. В состав такой закуски входят следующие ингредиенты. А это две тушки, небольших тушки кальмара. Я отварила тушечки в соленой воде. А также понадобится нам белки отварных яиц. 4 штучки яйца я отварила. Один огурчик среднего размера свежий. Кожицу очистила, потому что твердая. 180-200 грамм крабовых палочек. Красная икра. Приблизительно полная столовая ложка. 1 полная столовая ложка майонеза домашнего. А также тарталетки. Для начала нарезаем мелко крабовые палочки. Берем крабовую палочку. Разрезаем ее вдоль. А потом вот таким мелким кубиком. Так проделываем со всеми крабовыми палочками. Нарезанные кубиком крабовые палочки отправляем в салатник. Точно так же нарезаем и огурчик мелким кубиком. Нарезанный огурец отправляем в миску крабовым палочкам. Нарезаем тушки кальмара. Делаем 3 надреза вдоль, вот так. А теперь поперек. Чтобы получались кубики. Не забудьте отварить кальмар. Отвариваем кальмар в подсоленной воде 2 минуты. Нарезанные кальмары отправляем в миску. Осталось нарезать только белки. Кстати, знали ли вы, как правильно отварить яйца? Яйца нужно отваривать в подсоленной воде с добавлением буквально немножечко 9% уксуса. А потом, после того, как они сварились, их нужно отправить в холодную воду. Тогда скорлупа легко и быстро отойдет от белка. Белки яиц нарезаем вот так вдоль, 3-4 надреза, а потом поперек. Точно так же, как и кальмары. Нарезанные белочки отправляем в салатник. Заметьте, эту закуску мы не солим и не перчим. Этого делать не нужно, потому что вы испортите весь ее вкус. Берем майонез, у меня домашний, отправляем в салатник. И с помощью лопаточки все хорошо смешиваем. Начинка для тарталеток готова. Блюдо тоже. Я выстелила дно блюда листьями салата. Теперь беру тарталетку, столовую ложку и набираю начинку в тарталетку, не жалея, потому что это очень вкусно. Съедается, как говорила, вмиг. Берем чайную ложечку, набираем икру и ставим сверху. Все это дело отправляем на блюдо. Так проделываем со всеми тарталетками. Получается 15 штучек на 15 персон. Буквально за 20 минут мы вместе с вами приготовили вот такую идеальную вкусную закуску под названием «Морская радость». Не упустите такой шанс, приготовьте, удивите. Если не на Новый год, то на рождественский стол обязательно. Нежное сочетание кальмаров, белка, крабовых палочек, а также красной икры получается во на все 100. Понравился мой рецепт морской закуски? Ставьте лайк. Делитесь с друзьями, пишите комментарий, а также напишите мне в комментариях, какую закуску больше всего любите вы и готовите на каждый праздник. Задавайте вопросы, буду отвечать. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!